Привет, мои дорогие! Мы приехали в зоопарк. Вот, идем на направление зоопарка, чтобы тут там снимать. Как тебе мишка какой? Это панда разрисованная, ага. Что? Ну да, это мишка. Все, идем и идем. Да, сынок? Мы все идем. Зоопарк. На улице сегодня хорошо. Вот. Можно дышать, а то в основном жара. Множество мальчиков, у нас, скорее всего, какая-то группа у них занимается спортом. Вот они. Тут разглядеть, кто тут есть. No, you see nothing. I know see nothing. Like должен быть этот медведь. Но они, видимо, no bears. Прячутся где-то. Хотя сегодня хорошая погода, но они где-то прячутся. Что-то мы тут ходим, ни одного животного еще не увидели. Они то ли все прячутся от жары, пока, короче, никого не увидели. Там еще проход закрыт. Вот, все красиво, чистенько. Так что, сейчас мы назад возвращаемся. Увидели слона, а то все эти животные попрятались. Электронная дверь открывается там, вот, не надо. Кто-то ему дверь открывал, открылись, он может теперь перейти к другую. Наверное, так люди уже надоели, что просто животные прячутся. I don't see that. Этим просто товарищам, наверное, некуда спрятаться, пока они наверху. Ой, они вместе с птицами. Обезьянки какие-то. При работе. Думаю, что муравьи там есть, вытаскивает, наверное. Скорее всего, что-то ему спрятали, вот он вынюхивает. Лиза.
Оказывается, наверху очень интересно. Сердце, вот оно. Кишечник. Поджелудочная. И здесь зона почек. Кирпичики красиво сделанные, вот дорожка такая. Животных красиво Богдан сейчас будет спускаться. You didn't tell me that was him. No, I told you. Thanks a lot. Welcome.